Свою оценку уходящего полисезона дали и в оппозиции. Там, говорят, депутаты сами виноваты в том, что большинство избирателей недовольны работой Верховной Рады. Казалось бы, за сессию принято 209 законопроектов и постанов. Но если посмотреть, что это такое, то большинство из них вообще не имеет никакого отношения к тому, что интересует людей. Наша позиция, парламент должен принимать законы, которые отвечают на вопросы, интересующие людей. Пенсии, зарплаты, цены, поддержка чернобыльцев, поддержка переселенцев. От всех этих вопросов, которые действительно на слуху, которые волнуют людей, парламент дистанцировался. И перешел, как обычно, как и прошлую сессию, как и 2 года назад, только в политическую плоскость, политические вопросы, которые интересуют фракции, выдвигающие там ради политических амбиций, но ничего общего не имеют с теми вопросами, которые интересуют граждан Украины. Поэтому мы недовольны работой парламента. Я считаю, что он отработал неудовлетворительно.